Короче, все как обычно. Денег нихуя нет. Жилья нет. Еды 4 персика или 3 уже. Может, там Андрюха возвращается. Друг севастопольский, ряба. Как раз он нам написал. Сказал, что завтра может встретиться. Походу, может быть, возвращается морской флот. Что завтра? Мог бы и сегодня. Где мы опять сегодня будем ночевать? На улице, в лесочке. Бабулька потеряла наши паспорта. Денег, блядь, выпросили 20 гривен на проезд. Уже осталось 9. Хули мотаться. Деньги только проебывать. Не знаю. Ряба ушел переодевать трусики. Короче, заебалась. Заебались мы уже. Когда это закончится, непонятно. Что мы неправильно делаем, тоже непонятно. Ну, все будет нормально, чё. Правда, сколько раз мы уже начинают разговор? Сколько может так шляться? Ни к чему не приходим, чёрт.